Эйшки, всем привет, дорогие друзья, меня зовут Неркин, и добро пожаловать на то, что вы все так долго ждали. Это «Деревенские будни». И мы остановились с вами на том, что мы с вами сделали. Мы с вами пытались победить Лича, но как-то у нас ничего не получилось. Но ничего страшного, мы все это сегодня исправим. Это все будет круто, я подготовился очень сильно, я очень сильный сейчас. Так что все будет круто. И не спрашивайте, почему нету скина. Нету скина, потому что опять же, что-то Майнкрафт у меня шалит. Почему-то у меня нету, опять же, скина. Я не знаю, это странно, но надеюсь, в следующих выпусках его уже не... он уже появится наконец-таки. Ну что, вы, наверное, спросите, почему я очень сильно подготовился. Ну, я вам сейчас покажу. Смотрите, железный нагрудник, железные поножи, это все так себе. Это пустяки. А вот то, что я сделал полностью броню из Magical Crops. Вот, смотрите, Diamond Chestplate, я ее нереально долго крафтил. Это было очень трудно, друзья. Это было действительно очень трудно. И я ее скрафтил, еще и зачаровал на все то, что возможно. Я очень долго ходил в ад, ходил также в... Господи, забыл, как называется. Twilight Forest. И ничего. Просто и ничего не было настолько сложно, как зачарить эту броню. Не, серьезно говорю. Это настолько трудно было, что... Даже не могу передать. Это было очень долго. Где-то дня два я примерно сидел в Майнкрафте, чтобы сделать нормальную броню, чтобы подготовиться к серии. Это же просто бред. Это бред сывой кобылы. Ну ладно, ничего страшного. Вы думаете... Блин, у тебя новый фон, прикольный фон, крутой. Да, я знаю, вот у меня вот там вот крутой вот плакат. Знаете, сколько он стоит? Он стоит 25 злотых. Это действительно очень дорого. Это очень дорого. В принципе, я не знаю, в какой вы стране сейчас меня смотрите, но возьмите, придите на конвертере валют 25 злотых в вашу валюту. Вы, наверное, офигеете. Ну, это немножко дороговато, я вам так сказал. Но ничего, я хочу еще такой же самый плакат себе купить, только другой по Майнкрафту, и сделать себе шикарный еще фон, чтобы вам было интересно смотреть, а не просто так вот голая стена или просто зеленый фон. Это не круто. Это не круто. Так, давайте-ка мы по барику как-то. Я не помню, каком... Ой, не то сделал, господи. Господи, какая кнопка? Не та кнопка. А вот может Dead. А вот, нашел. Все, кнопка. Last Dead. Телепортироваться на. Ну-ка, Лич. И что ты мне сейчас сделаешь? А ничего. О, нифига себе. Нет, что-нибудь сделал. Эй, почему ты должен меня защищать? А что тут так темно? Стоп. Тихо, не то. Тихо. Стоп, не то. Почему так темно сразу стало? Я что-то ставил... Тихо, дружище, тихо. Тут очень темно, серьезно скажу, тут очень темно. Я что-то вроде бы... мои картинки. Картинки меня, по крайней мере. Так, окей. Зомби. Умерли? Я выбил... картошку выбил. Окей, отлично. Так, я просто очень сильно сосредоточен на этом все. Так, я поставлю везде... О, мои... Так, тихо, типочки. Так, тихо. Что такое? Что случилось? Какие-то... Нет, я знаю, что я должен буду отбивать сейчас его эти штуки. Так, ну-ка, давай. Отправь. Ты же кидай. Нифига ты мне не сделал. Да ну нахрен. Давай. Да ну что такое? Что за фигня-то? О, это жестко. Это серьезно жестко. Почему-то ничего не защищает. Эй! Ну давай! Опа, тихо. Нифига не получится. Ну-ка. Да... Чё за фигня? Это... Конченый, он серьезно конченый. Ну давай. Тебе ничего не поможет в битве против меня. Ну-ка, все, короче, буду стоять на одном месте. И ждать, пока он мне кинет что-нибудь. Ну давай. Кинь. О, есть. Есть. Давай, кинь что-нибудь ко мне, кинь мне. Ну, давай, я жду, давай, кинь эту херовину. Все, отлично, теперь я хилюсь. Теперь я тихо, спокойненько себе хилюсь, все, тихо. Ух, мое сердце, оно, если честно, оно разрывается сейчас. Я просто так боюсь, я каждый раз, когда с боссами бьюсь, каким-то сумрачный лич пишут. Видите, это страшно, это серьезно страшно. Для вас это может фигня, а для меня вот не фигня. Где ты? А, вот ты стоишь, ждешь меня, выжидаешь, да? Падла, у тебя только один щит остался. А дальше его начну мочить. Не по-детски. Это же Неркин.
Сделать как PewDiePie. Ну, чтобы мне просто было хорошо. Как это? Так, ладно. Все, начинаем. Все, давай. Нифига. Нет, свои зомби мне сюда не нужно. Зомби лича, это не круто. А мне все равно четкий меч. Так что пацки. Я вас сейчас убью, всех нахрен. Эй, тихо. Хватит. Пацки. Вы на кого? На чьей стороне? Все, окей. Все, давай, четко. Кидай меня, давай. Ну, кинь мне свою херовину. Опа, я его по нему ударил. Еще раз ударил. Еще. Ха-ха-ха-ха. Че, все? Пацки, это что, все? Да тихо ты, что-нибудь выпало мне. Я не знаю, что. Ну-ка, жди. Ждите, мне выпало... О, трофей сумрачного лича. Ничего себе. Сумрачный посох. А что он делает? Нихрена. А как его заряжать? А, жемчужина ментора. Четко. Маленькое желтое сердечко. Участвуйте в создании части дванных сердец. Может быть, съедено до восстановления 20 сердец. Нифига ж себе. Это четко. Это реально четко. Мы победили лича. Я победил лича. Хей, это шикарно. Спускаемся вниз. Теперь мне обычные зомби нипочем. А скелеты тем более. Надо выбраться на самую верхушку. Я знаю, я уже погуглил. Я погуглил, если честно, что на верхушке могут быть бесплатные сундуки, но стоп. Это что-то не то. Не та верхушка. Ладно, кому интересно, чтобы я вздымался просто так, по-обычному? Это же не круто. Согласитесь со мной. Так, просто вверх и все. А, стоп, Никита. Вот, я думал, сундук свой потерял. Господи, это было бы жестоко. Так, а блоков у меня нет. Окей, хорошо. Я знаю, что нужно просто подняться вверх, а это бы сейчас тяжело, потому что, например, у меня нету никаких блоков. Нет, у меня есть все-таки блоки. Все, окей, ладно, погнали. Я просто знаю, что там какие-то нищики будут. Я сегодня хочу, может, даже гидру убить, потому что я настолько заряженный, что я убил этого лича долбанного. И сейчас я просто хочу, просто умираю. У меня есть такое желание просто сейчас его убить. Нафиг. Господи, она такая маленькая из серединки. А тут такое огромное. Это жестоко. Это серьезно жестоко. Так. Окей. Так, что мне делать? Ну-ка. И сейчас мы магнитиком так все притянем к себе. О, все. Я должен был это сделать. Я думаю, вы не против. Это картошка. Кстати, картошку выбил. Это шик. А, это не круто. Мне нужно где-то вот так, чтобы я прям наверх вылез. Наверх. Вот, все шикарно. Нет, вот тут вот. Все, теперь я точно... Я слышу... Вы слышите эти звуки? Кстати, у нас препод, если честно, тот же, такой же самый. Вот, все, я вылез на эту штуку. Шикарно. Все, что тут есть? У нас такой есть препод, я вам сейчас расскажу такую тему. У нас есть такой препод. Он преподает, если не ошибусь. О, господи. Шикарно. Хотел поставить себе Last Dead. Ну ладно, ничего страшного, окей. Флаг, ладно, я заговорился, если честно. Окей, все. Поняли. Есть такой преподаватель, но он преподает нам... как называется, сейчас вам скажу. Основы программирования. Вот, он преподает нам основы программирования. И каждый раз, когда он что-нибудь говорит, он такой сидит, сказал пару слов. Пару слов такой... Прикиньте, вот если бы я вот так вот сейчас общался бы с вами, там, стримил или снимал видос, я такой вот такой... После каждого слова это было бы очень странно. Ну, по крайней мере, для меня. Ну и для вас, я думаю, тоже было бы очень странно. Сейчас главное, чтобы меня никто не сбил. Господи, какой же ты длинный. Это же жестко. Это серьезно жестко. Все, я наверху. Окей, что тут у нас есть? Я хочу сундуки, нищички. Сундуки, нищички. В смысле, тут что, ничего нету? Я же гуглил, тут что-нибудь должно быть наверху. Так, ладно, пацки. Шик. Тут ничего не было. Хэштег Неркин неудачник. Уй, вы чё, пацки. Все тихо. О, у него вертолет. Ну, шикарно. Сейчас давайте. Я тут лича победил, а вы сейчас меня какие-то странные злобные скелеты победят. Так. Опа, я не умру. Так и знал, что я не умру. Шикарно все. Пошли вы в жопу. Хорошо. Так, в какой мы стороне? Дом у нас в той стороне, да? Мы с вами нашли лича. О, жесть. И теперь нам нужно найти... А, я понял, почему там темно так. Потому что мы
в сумрачном лесу, и тут был, короче, день или ночь, и мы, короче, тут нифига не видно. Я вспомнил настройки, шейдеры, и сами выключаем шейдеры, да? О, это жестоко. Тут, кстати, не сильно, не все видно, даже без шейдеров, а с шейдерами это подавно. Типа с шейдерами немножко видно, я вам так скажу. Ну-ка, смотрите, с шейдерами. Вот это, даже четче, мне кажется, с шейдерами, нежели без шейдеров. Не, вот серьезно вам скажу. О, господи, еще гидру хочу. Я хочу гидру еще найти, потому что гидра это жестоко. Это я когда-то убивал гидру, но я помню со Snow Name Smash. Это такой вот четко, с которым мы играли на Майнхаке. Хороший был. Парень, я сейчас не знаю, если честно, снимает он или не снимает, но мы с ним били гидру на Майнхаке Feed the Beast. И это было круто. Это было круто. О, что-то какая-то хрень. Что-то какая-то хрень. Тут должен быть сундук. Нет, нету сундука. Неинтересно, тут ничего нету. Так, хорошо. Где можно искать гидру? Вот вы мне скажите, где вот может быть гидра? Если честно, я уже не помню. Я помню, там какой-то у нее специальный биом, там типа что-то все, ну, ну, типа, огонь везде вроде бы, всякие странные штуки. Но, блин, я хочу ее убить, это жестоко, это... Я хочу, чтобы гидра страдала. И, кстати, вы мне говорили, что в предыдущей серии где-то... Да, в предыдущей серии вы говорили, что... О, какие-то дрова, что ли. А что вот там, где я был, там какие-то штуки. Там, например, есть гоблины, которые там, типа, всякие разные там руды ископаемые, всякие крутые. Они такие, типа, сталактиты свисают с... Господи, с горы. Я уж забыл даже, как снимать, если честно. Серьезно, я вам говорю, забыл. С горы. Так что, естественно, я извиняюсь перед вами, если вам будет что-нибудь неинтересно, не понравится. Так что я вас прошу, в скором времени все будет шикарно и без каких-либо вопросов. Окей, ладно, у нас начался какой-то странный лес. И я к нему не хочу подходить, потому что я уверен, что там будут какие-то странные животные. Но их там, слава богу, нету. И это хорошо. Маркеры, дом, телепортироваться на. Отлично, все. Где дом? Где дом? Вот, все шикарно. И прыгаем Джеронимо. Отлично. Все, сейчас я сяду поудобнее. Вот, все шикарно. Так, окей. Окей. Что мы сделали? Мы с вами сегодня победили Лича. Это суперская новость. Я хотел поспать, но почему-то я не побежал туда, куда мне нужно. Окей, бежим спать. Бежим спать. И мы поспали. Бум. Нет, ничего не поспали. О, алхимик, алхимик. Что-то там было написано. Задание главного дресса не начато. Глава алхимии, глава не начато. Нажмите М для большего количества информации. Я забыл, что я должен заниматься. Малинейр. Малинейр хелп. Нет, мне пока что Малинейр хелп не нужна. Как там мои малинеровцы? Живут еще или нет? Или они уже поумирали все нахрен? Прикиньте, никого нету. А, нет, есть. Есть. Слава богу, все есть. Все на месте, все хорошо. Так, что у нас тут? Что у нас тут? О, они уже начали продавать жестокие вещи. Это круто. Уже больше, чем... Ух ты, что такое? Амулет Игдрасиль. Амулет Скойла и Хати. Ничего себе. Это круто. А за сколько вы все это продаете? Ох, нифига себе. Я продаю. Это круто. Я тоже продаю могучего. Много сил. Ладно. Пойдем, потому что я хочу куда-то повезти уже свою награду. Награда. Трофей, точнее, не награда, это трофей. Для меня должно быть какое-то особое место, мне кажется. Я даже знаю, какое это будет. Не кажется, или я начал как-то быстрее бегать с этой броней? Или себя накручиваю? Кто его знает? На самом деле это круто. Эта броня просто шикарная. И вам даже не передать. Окей. Так, что у нас тут есть? Всякие разные строительные блоки. Я не знаю, где они мне лежат, но вроде бы вот здесь. Чик-чик-чик-чик-чик. Чик-чик-чик-чик-чик. Все, а сейчас мне нужно найти такую вот крутую вещь. Я не помню, где она находится, если честно. Вот. Обелисковый тотем. Хорошо. Я хочу его где-то поставить так, чтобы каждый раз, когда я мимо него проходил... Вот, я сделаю... Я знаю, где его поставлю. Будет в аллее подписчиков. Кстати, друзья, нам попадается очень хорошая девушка. Это, ну, скорее всего, мне кажется, что это девушка. Так, я сейчас поставлю это вот здесь. Вот тут вот на входе. Как он сюда ставится или нет? Вот. Или нет? Или не так, не так, не так, не так. Давайте как мы это сломаем. Сейчас ждите. Я его поставлю где-то вот таким вот образом. Вот. Вот. Это вот, это мне больше нравится. Такие вот там. Чик-чик-чик. Чик. Это будет означать, что это почета. Это почета. Это доска почета, друзья. Это четкая доска почета. Круто.
Хорошо, 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 что мы должны будем сейчас с вами сделать? Мы должны сегодня с вами взять табличку, поставить вот тут факел и взять пойти табличку. О, как тут ярко-то, господи! Господи, господи, господи. И в честь этого я знаю, что есть одна подписчица, которая рекомментирует вечно-вечно мои видосы. Это круто. Это четко. Сейчас я только возьму, найду таблицу. Таблица. Страница. Вот, табличка есть, табличка есть. И пойдем поставим таблицу. Умножение. Ха-ха-ха-ха. Так. Так, 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 так. И вспомнить бы как... Я вспомню, как ее зовут. Но я не помню, как она пишется, если честно. Ну, я напишу так. Вивьерна. Как-то так, вроде бы. Вивьерна, вроде бы. Ну, вроде бы так, скорее всего. Я помню, она комментирует каждый мой видеоролик, и я заметил, это очень круто. И спасибо тебе огромное, ты попала в аллею подписчиков. Пока что она не такая крутая, как она должна была быть, но все же тут есть трофей сумрачного лича, и это круто. И это круто. Серьезно, это круто. Так что ждите следующих, я жду ваших комментариев, будьте активными, я вас буду замечать, потому что я заметил ее под каждым своим видеороликом, и она должна была в свое время попасть, как вам сказать, попасть в мой видеоролик, и точнее не видеоролик, а ну попасть куда-то, ну, как вам сказать, в аллею подписчиков, что ли, потому что, ну это круто, это реально круто. Я забыл, что это сумрачный посох делает, ну-ка. О, он стреляет жестко, типа, или как, или что? Или я вроде бы, или не, и, ну... Господи, ну-ка. Мне нужно какое-то, наверное, существо темное, мистическое. Я помню, что вроде бы оно делает из какого-то зомби, да, моего раба, если не ошибаюсь. Хм, это круто, но я не помню. Ну-ка, ты будешь моим рабом? Рабом? Нет, ты не будешь моим рабом. Окей, ладно. Мне нужен раб. Долго еще ждать? Давайте я хочу просто установить время на сумерки, вот. Чтобы, даже не на сумерки, даже уже на... Время полночь, да? Окей, чтобы начали монстры слазиться, потому что я хочу уже попробовать, друзья. Это же круто, это же шикарно. Ух ты, как будто звезда падает. Ладно, это не звезда. Это просто луч солнца золотого. Господи, я такой радостный, что я снимаю видеоролики опять. Вам даже не передать. Я сейчас сижу и думаю, блин, сейчас начнется монтирование этого видеоролика, и это будет четко. Это будет самое четкое, что ни на есть, потому что я люблю монтировать видеоролики, особенно для вас. Так. Так. Ладно, давайте-ка мы, наверное, все-таки сами сейчас шейдеры вырубим. Шейдеры, вот. Нет, я не вырубил шейдеры. Вот, отлично. Я вырубил шейдеры. Окей, все, окей. Так, я вижу крипера, но я не знаю. Вроде бы на криперов это не действует. Ну ладно, попробуем. Эй, тихо. Это жесть, он сам начал... Он сам тупо истратил все, что есть. Ну-ка, это странно. Окей, хорошо. Ой, вижу скелета, скелет. А он сам на него начинает стрелять, смотрите. А ну-ка. Фух. Уже кончилось. Ух, я залип на этом, на момент этого всего. Господи, это круто. Я серьезно, круто, я знаю, что мне вроде бы где-то есть. О, господи. Нихрена ж себе. Вот это у него шляпа. Окей, ладно, все, бежим отсюда, потому что я не хочу здесь быть. Не, серьезно, говорю. Вы заметили, как-то я очень быстро начал бегать? Не, серьезно, очень быстро бегаю. Окей, мы пришли ко мне домой. И, если не ошибаюсь, где-то у меня жемчужины есть. Вот, я знаю. Там именно жемчужинами? Да, именно жемчужинами. Окей, хорошо. Хорошо, жемчужины. Нету жемчужины. Ну, где-то были, я знаю, что у меня их очень много было. Или только 8. Только 8, что ли? Это... А, нет, вот еще есть. И вроде бы все. Нет, тут тоже ничего не было. Окей, шикарно. Ну-ка попробуем заправить его. Окей, давайте. Берем этот. Берем 15. Он только на... А, он от одного заряжает. Это четко, друзья. Это четко. Серьезно, у меня есть посох, который просто автоматически стреляет друг на друга. Это же вынос мозга. Это же вынос... Ха-ха-ха. Куда?
Куда? Не, все, дружище, все, пособирай, пойду. Это же... Ах вы ж падлы, на, получай. О, кстати, а его можно зачарить? Его... Иди отсюда. Так, окей, все шикарно, тихо. Сейчас мы его опять же восполним, чтобы он, типа, как бы был... А, его нельзя, что ли, пока он... Окей, ладно, давайте-ка мы его сейчас просто используем всего. Просто посмотрим, вдруг его можно зачарить, вообще будет шикарно. Так, на коробках будем это все делать. Фух. Все закончилось. Окей, жемчужина. Этот. Все есть, окей, шикарно. Пойдемте попробуем его зачарить, потому что мне это уже интересно. О, господи. Ладно, бежим. Нет, серьезно, мне кажется, я очень-очень быстро бегаю. Это мне напрягает, если честно. Туф, потому что я буду голодать нечасто. А люблю я покушать. Так, ну-ка. О, его нельзя никак зачарить. О, хорошо. А если мы возьмем, сделаем вот так, по-другому? Мы сейчас сделаем, знаете как? Мы сейчас возьмем книгу, попробуем. Потому что если его можно зачарить, то это вообще суперская новость. Вообще. Так, я знаю, что у меня где-то были книги. Так, окей, есть книга. Шикарно. Давайте-ка мы сейчас его зачарим. Так, друзья. Отойдите от меня. Отойдите, потому что вы скоро будете сжечься от моего посоха. Так, окей. 8 уровень, я думаю, что-нибудь зачарим на один уровень. На 8 уровней, я думаю, что-нибудь найдется. Давайте. Нет, давайте, наверное, остроту, наверное. Давай. О, на 3 даже можем, на остроту. Окей, хорошо. Теперь бежим назад. Сейчас я покушаю. Самое главное, покушать. Ух, я взволнован, если честно. Очень взволнован, вам даже не передать, насколько. Так, я бежу назад. Бегу, точнее. Туф. Уйдите, плохие зомби. Зомби плохие. Так, бежим. И сейчас мы узнаем, что такое у тебя шляпа, заберу себе. Так, нет, стоп, где-то у меня была автоматическая зачарование. А вот, просто обычная зачаровальня, так. Ну ладно, тогда я просто его переименую. 7 уровень зачарования, вы что шутите, пацаки? Окей, ладно, ничего страшного. Ну ничего, я в следующей серии его с вами переименую. Ладно, друзья, так. Так, я Неркин, стоп. Я не Неркин, стоп. А где? Злогор, лесная птица. А вот я вспомнил, я хочу себе, знаете, что попробовать? Вот тут такую штуку крутую, как у этого чувака. Эй, дракончик. Нет, ну это уже... О, готово. Ха. Смотрите на меня. Это круто. Ладно, друзья, на этом все. С вами был я, Неркин. Надеюсь, вам понравился этот видос. Если да, то вы мне поставите лайк и подпишитесь на канал, если вы... О, случайно ударил микрофон, то извиняюсь. Если же вы здесь впервые и вы не знаете, кто я, то посмотрите другие видеоролики. Вам понравится. Если вы подпишетесь, то вы попадете в мир волшебства и магии. Так что ставим лайки, комментируем, добавляемся в друзья ВКонтакте, вступаем в группу ВКонтакте. Все ссылки предоставлены в описании и все остальное. Надеюсь, вам понравилось. Всем удачи, всем пока!